А теперь об укреплении связей духовных. Июнь – самый насыщенный памятными датами месяц для Калязинского района. Так, в период с 8 по 15 число там уже традиционно проходят Макарьевские дни. В честь значимого не только для воцерковленных, но и светских людей события – перенесение святых мощей Макария Калязинского из Твери в Калязин. Праздничные мероприятия были организованы администрацией района и Калязинским благочинием. Подробности расскажем далее. Торжества в городе начались 8 июня с праздничной литургии в храме Вознесения Господня, где и покоятся мощи святого. К слову, в этом году исполняется 10 лет со дня перенесения священных останков Макария Калязинского из Твери в Калязин. После состоялся крестный ход вокруг храма и до памятника святому, установленного в исторической части города. Подобный Макарий Калязин заслужит это, потому что он общерусский святой, который был прославлен в 1547 году среди 11 святых, среди которых Александр Невский, первые русские святые. К праздничной дате приурочено проведение православного фестиваля детского и молодежного творчества «Искорка Божия». Фестиваль проходит ежегодно на протяжении 11 лет. В этом году участие в нем приняли школьники и студенты от 7 до 19 лет из Калязинского района и Кашинского городского округа. Из искры разгорается пламя, да? И вот именно «Искорка Божия», то есть это фестиваль, создан для детей, чтобы в их сердцах эта искорка Божия разгорелась, что пламя, в котором вот они могут уже и других зажигать, другие сердца. Дети подготовили вокальные номера, мини-спектакли на духовную тематику, читали стихи и играли на музыкальных инструментах. Июня в храме Вознесения Господня будет проходить архиерейское богослужение в честь памятной даты. Ровно 10 лет назад при большом стечении паломников с крестным ходом в Калязин из храма Белая Троица Твери были перенесены мощи Макария Калязинского. В эти дни состоится чин великого освящения храма. А в конце июня Калязин по традиции станет местом завершения 23-го Волжского крестного хода.